Интересно, что ты сейчас говоришь про вот это вот желание признания, да? Ну, то, что ты объясняешь что-то. Чуваки думают, что ты их типа мотивируешь там или меняешь их эмоциональное состояние. Ты такой, блядь, на детали посмотрите, я же вам говорю о чем-то, что изменит вашу жизнь сейчас. Они такие, спасибо, я сейчас себя намного лучше чувствую. Ты такой, ебаный в рот. Вот эта вот вещь, ну, мне здесь так видится, по крайней мере, ты когда это сказал, что здесь есть иллюзия, что важно то, что ты знаешь, что ты считаешь, что когда люди себя чувствуют относительно того, что ты сказал, это не ценность, но ценностью было бы, если бы они поняли то, что ты имел в виду, что ты хотел сказать. Типа важна информация и контентное содержание, а не та энергия, которую ты передаешь. Потому что твоей голове, скорее всего, кажется, что важно то, что ты скажешь, и что им тебе кажется, что за результат, который тебе кажется в них будет, отвечает вот эти детали и факты, которые ты хочешь передать. И тебе опять же кажется, что если они себя просто хорошо чувствуют, услышав то, что ты сказал, они меньше, в меньшей трансформации. Тогда как наоборот. Ну, вообще наоборот. Ты же понимаешь, например, что ты смотришь на то, как катается кто-нибудь, да, в инсте, например. И вот то, как он катается, это визуальная информация, и он там тебе вообще ничего не рассказывает. Ничего вообще полезного. Но ты смотришь, и тебе кайфово просто смотреть, как, например, у кого-то получается. Или как кто-то кайфует от того, что он любит, допустим. Или, например, ты смотришь на чувака, или там на девушку какую-то, да, и она офигенно выглядит. Ну и фотки у нее офигенные. Ты смотришь, и там нет никакой ценности в виде информации. Но ты себя хорошо чувствуешь. И потом все вещи, которые у тебя в жизни происходят, которые ты как бы отрываешь от этого события, а они на самом деле не оторваны, потому что жизнь не состоит из оторванных друг от друга событий. Она состоит из просто одного события, события, типа большого, да, с которым ты в событийности находишься. Вот эти все беды о том, что меня не поняли, меня не услышали и прочее, они же как раз из вот иллюзии вот этой разорванности процессов, оторванности меня от других, что мое дыхание отличается от того, что я говорю, то, что я чувствую, отличается от того, что я понял, что как будто бы то, что я сегодня себя хорошо чувствую, никак не связано с тем, что я 5 лет назад стоял на какой-то там остановке, и на меня, не знаю, насрал голубь. Ну, как будто это, типа, не связанные между собой события, тогда как это не так. Вот, поэтому у меня почему-то внутри хочется тебе сказать о том, чтобы ты не обесценивал тот энергетический вклад, который тебе кажется не тем, что люди должны были от тебя получить. Потому что, получая от тебя энергию, они получают от тебя больше, чем ты хотел им дать на самом деле, потому что желание что-то объяснить, оно же всегда из головы. И там как бы ты вылетаешь как бы из себя и автоматически становится только меньше энергии, а обмен именно на уровне энергии происходит.